Гнев перевесил чувство вины. Идем. Ты утоляешь муки совести гневом, а я научу смотреть в глаза истине и признавать свою вину. Ты умеешь драться с 6 злодеями, а мы научим 6 сотнями. Ты умеешь исчезать, а мы научим становиться невидимым. Невидимым? Ави! Ниндзя знает, что невидимость достигается при помощи терпения и ловкости. Никогда не теряй бдительность. Ниндзя применяют взрывчатые вещества. В схватке. Для устрашения и отвода глаз. Трюки и фокусы – это психологическое оружие. Пусть твои враги думают, что ты необычный смертный. Кто? Простой крестьянин. Попытался присвоить землю соседа и стал убийцей. Теперь он заключенный. И что его ждет впереди? Правосудие. Зло должно быть наказано. Преступность процветает, когда общество исповедует терпимость. Родители погибли не по твоей вине. Твоего отца. Можешь гневаться, но признай, что твой отец проявил слабость. А как же оружие? Тебя бы это остановило? Я знаю приемы. Приемы ничто. Воля! Решай все! Сила воли! Сдавайся. Ты не победил меня. Чтобы нанести удар, нужно твердо стоять на ногах. Разотри грудь. Руки сами быстро согреются. Ты сильнее, чем твой отец. Ты не знал моего отца. Но мне знакома твоя ярость. Немыслимый гнев, превращающий бесценную память о любимых тобой людях в яд, отравляющий душу. И вдруг думаешь, если бы любимые люди никогда не жили на свете, это бы избавило тебя от боли. Я не всегда жил в горах. Когда-то я был женат. Любовь всей жизни. А смерть отняла ее у меня. И как-то я усвоил, что с людьми, потерявшими человеческий облик, нужно драться без всяких сомнений, без жалости. Гнев – источник силы, но если дать ему волю, он тебя уничтожит. Это чуть не произошло со мной. И что помогло? Месть. Мне это не поможет. Почему, Брюс? Ты должен отомстить за родителей.